Всем привет, это канал Ungame21, подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео и оставьте комментарий. Ваша поддержка очень важна для канала, приятного просмотра, а мы приступаем к прочтению манги One Punch Man. 229 глава под названием «Скаут». На обложке образ героя повис в воздухе. На первой странице. Чего? Сняться в рекламе? Для бервовки новых героев? Мне некогда, я вам не наживка для бездарных героев. Я даже не мог победить монстра уровня волк. Такие дела. Гримерка. Ужасная торнадо. Хотя это может послужить отличной возможностью показать им, каково это быть героем. Мотор. Всякие размазнять нет места в героях. В нашей работе смерть поджидает за каждым углом. Как герой С-класса, я продемонстрирую вам наглядно, какой именно квалификацией должен обладать настоящий герой. Снято! Этого хватит! Версия для эфира. Ассоциация всегда в поисках новых героев. Позволь мне ощутить весь трепет огня, пылающего в твоем сердце. Стань героем, или я скручу тебя. Спецэффекты? Что, яичникам сгенерили рекламу из отснятого? Мы так не договаривались. Плевать мне, что хочет этот продюсеришка. Стойте! Утречка, сестренка, я только что увидела твою рекламку. Ты была такой милахой. Сестренка? Новая реклама стала большим хитом. Еще бы, это же я продюсировал. Люди смотрят эту рекламу. И этот парень. Господин Аксель, я полагаю. Простите, что заявляюсь так внезапно. Меня зовут Сидзука, я из вервобочного отдела Ассоциации Героев. Опять вы. Скауты Ассоциации Героев. Пиар-ход был принят хорошо. Кто это сделал? Наши рекламщики постарались, что позволило нам вернуть доверие элиты, живущей здесь, сообщив, что недавние разрушения были вызваны монстрами уровня демон, побежденными ужасной торнадо. Я рад, что мистер Маккой отвечал за проект. Он и правда мастер своего дела. Я вас умоляю, что не сделаешь ради блага организации. Однако доверие к остальному рыцарю было серьезно подорвано. Он только и делал, что лапшу нам вешал. Сперва неисправность роботов-стражей, затем хлипкость нового комплекса, который он построил. Ума не приложу, как он мог назвать его неприступной крепостью. И это после десятка миллиардов, угроханных на проект. Боюсь, что наши пути теперь расходятся. Будь ты проклят, лысый плащ. То же касается и Тацумаки. Мы закрыли глаза на инцидент благодаря многоходовочке мистера Маккоя, но она чересчур самоуверенна и замкнута. Да, даже если мы научим ее уму-разуму с такой силой, как у нее, никто не удержит ее в узде. Все равно, что дать гранату обезьяне. За этими двумя нужен глаз да глаз, и чем раньше, тем лучше. Неужели нам некем заменить ее? Нет, сэр. Насчет этого, у нас уже давно наблюдается спад новых кандидатов. Почему? Реклама же была отменной, да и поддержка в обществе растет. Да, это правда, но на самом деле... Я видел репортаж и рекламу. Похоже, дела у вас идут в гору. Спасибо за добрые слова, но мы не можем ослаблять бдительность. С каждым днем появляется все больше и больше мощных монстров. Если не считать Тацумаки и других топовых героев, даже объединившись, многие из них погибают от рук монстров. С-класс ненадежен, не говоря уже тех, кто рангом ниже. Мы считаем необходимым пополнить наши силы в такое плачевное время. Пополнить силы звучит как расходный материал. Так вот зачем я вам нужен. Простите, я не так выразилась, но вы правда нужны нам. Мое начальство считает, что с вашей боеспособностью наряду с авторитетом среди населения более чем достаточно для статуса героя. Ха, да кого они из себя возомнили? Лидер дружины, охотники, Аксель. Я слышал, что один охотник за героями не слава вас потрепал. Не похоже, чтобы вы спускали деньги с умом.
но большая часть бюджета уходит на поддержку общественного одобрения, включая компенсации за причиненный ущерб. Наши спонсоры трепетно относятся к одобрению в народе. Именно поэтому мы и решили выйти на вас, господин Аксель. Мы хотим предложить вам поработать профессиональными героями. Частная бригада, состоящая из 53 молодых добровольцев, искусных в бою, станет отличным дополнением. К тому же, у вас за плечами опыт истребления демонического монстра и поддержка населения. Уже 48. Пятеро погибло, сражаясь с тем самым монстром. Это не повлияет на ваши текущие дела, а взамен вы получите передовое снаряжение и медицинскую поддержку, не говоря уже о денежной награде. Мой ответ по-прежнему нет. Могу заверить вас, мистер Аксель, что вы станете героем С-класса. Остальные же начнут С-классов, С и Б. Дело не в этом, многие из нас потеряли близких из-за атак монстров. У нас к вам нет никакого доверия. Со всеми вашими деньгами и людьми единственное, что вас волнует, это защита узкого круга богачей, построенный на месте бывшего города А, комплекса лишь лакшери-убежище для элиты. Я даже слышал, что герои, живущие там, не более чем чоповцы. Ассоциация героев больше не служит на благо народа. А у нас нет никакого желания погрязнуть в коррупцию, как и вы. Ясно. Но тогда, если вы передумаете в будущем... Да, вас совсем ничего не заботит. Как насчет небольшого совета? Ассоциация героев долго не протянет. Вам бы начать уже поиски новой работы. Зал молний. Я ждал вашей встречи. Я всегда смотрел ваше суперсумо. Я ваш большой фанат. Он как шкаф. Чемпион сумо, выигравший 700 боев подряд. Я смотрю, ассоциация героев не намерена отступать. Ко мне даже приходили ваши скауты во время турнира. Боюсь об заклад, что ответил им тогда отказом. Чемпион суперсумо, Райден. С такой силой, как у вас, господин Райден, это именно то, что нам нужно в такое время. Допустим, появление грозных монстров растет с каждым днем. Полиция и армия могут лишь поддерживать порядок до поры до времени, а число профессиональных героев мало, когда доходит дело до сражения. Вот именно, иначе вопрос нам не решить. Кто, как не вы, сильнейший борец сумо, сможет поднять боевой дух, став героем С-класса? Нет. Простите, но я вынужден отказать. Скажу по секрету, вам щедро заплатят. Хе-хе, все вы так говорите. Но я уже пообещал другим. Вскоре они объявят о создании новой геройской организации. Вы что, не знали? Я не стану нарушать данное им слово. Что? Новая организация героев набирает кадры? С этого дня все члены охотников состоят в ней. Некоторые из спонсоров вашей ассоциации героев также переметнулись к нам. Само собой, они уже негласно переманили к себе нескольких героев С-класса. Понятно. И что же ты предпримешь, Генос? Ты упоминал, что у тебя затаились сомнения к ассоциации героев? Да, я... Или я скручу тебя. На этом все. Глава заканчивается. Продолжение будет в следующем видео. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Еще услышимся. Всем пока.